и друзья, меня зовут Сергей Лойко. В моем документальном фильме «Люди войны» вы познакомитесь с ними, защитниками Родины, защитниками Украины. Запоминайте их лица, запоминайте их голоса. Они сейчас там, совсем рядом, на передовой, защищают вас и весь остальной мир. Слава Украине! Доброго дня! Доброго дня! Как вас зовут? Вадим. Вадим, сколько вам лет? 37. А кто вы по гражданской профессии? Я занимаюсь школьным питанием, организация. И, ну, это новое питание, скажем так, модернизируем. А здесь что делаете? А здесь защищаю свой народ, свою страну. Потому что один раз меня уже дома лишили. Это когда случилось? Я сам с Донецка. В 2014 году мы с женой покинули дом. Но второй раз я уже не позволю его забрать. Кто вас дома ждет? Жена. Что хотите сказать ей, другим родным, близким, знакомым, украинцам, да всему миру? Мы держимся, и вы держитесь, и поддержите ЗСУ, и верьте в ЗСУ. Мы все сделаем. Мы выйдем на наши границы. А что хотите сказать врагам? Врагу хочу сказать, что это крысы, террористы, убийцы, мародеры, которым не место на земле. Поэтому пусть лучше уходят сами, своими ногами. Слава Украине! Героям слава!